шагрил. Блять, мобов кто-то шагрил задних. Дайте диван лучше. Они контролят, если что, ребят, поэтому лучше дайте диван. Он по шнуркам закинь диван. Лера, они сейчас, эти мобы будут возвращаться назад, большие. Снимай сразу диван и блинкни, когда большие будут возвращаться. Потому что они на тебя загрятся. И пробуй инвиз сразу жать потом. Вот, сейчас большие будут возвращаться. Держи руку на снять диван. До начала все сдохнуть должны будут. Да там дровик не умирает. Все, умирает уже. Разверни тебя спиной, тебя будет убивать тысячу лет. Okay. О, друида ВМК взяла. Заебись. Хорошо, Лерка. Красота! Все, давай, Маш. Не, не проще. Миша сказал ей, что сделать, она все сделала. Сейчас пойду курлык срезну. Блять, упал вниз. Так все, раз вставай. Че, можешь ДД спекать? Конечно. Только сейчас. Подожди, трес добьем лучше. Два. Так, короче. Он одного танчит, а другого, да? Ну, без разницы, главное, чтобы не срывались, потому что эти мобы не банты, они срывают. Потому что они отталкивают танк. Стенку, поэтому убирайтесь. Да это, в принципе, по РБК мобы сильнее, чем боссы. Черт, поиграйте. Так, я так понял, блокер на дракончиках имба, да? Не блокер дело, сам вар имба на дракончиках. Вар и маг. Мы с нуртами играли, мы там так получалось делать, что мы тупо расконтраливали, за ним бегал, у него вообще стать посильнее. Ну ты, короче, станешь волной, потом примораживаешь, да? Да, и просто стоят на месте, и вар, ну, не стоит, не танчит их ебалом, он просто бегает вокруг. Mm. И стаки почти не вешаются. Не, шнаки, если что, с рунжики, да. Ну, хз, Женя. Я всегда не замечал, кстати, что они с рунжики, да. На мне было 15. Я отбегал, на мне было 15. Может быть, но точно это работает. Мне так подъехается, когда мы с Женей там вообще почти дисплейки нужно было вдвоем. Очень приятно из-за того, что блокер, меньше урона от автоатаки проходит. Они довольно много бьют автоатак. Ну, самое опасное, я боялся, что тебя сложит второй босс, но второй босс я вообще не пробивал. В принципе, все нормально прошло. Там все равно, если каких-то шмоток сейчас стролишь, у тебя уже блокер готов, что-нибудь на хп, Женька, делай. Ну, в танк, чтобы был какой-то танк перед ним, на всякий случай. Не вовремя. Я еще кто-то новую расу делаю. Там пиздец голды сколько уходит. Какую расу ты делаешь? Ну, там шаману хочет поиграть. И ночнорождённую делаю.
Галя хочет шаманом поиграть? Да. Говорит, вар слишком скучен. Косвары. С Рогу делает. Рога не скучно. Можно голда хочешь одеть твина, приходи на голдран. Со своим голдраном. Потому что свои же будут заходить за голдран делать. Своим бабло платить. Это как один XBET. Кружок банишь локом. Звездочка сова, доставай спел, который усыпляет животных и всех остальных. Будешь, короче, тест дачи сапать звездочку по КД и не сбить старполом в контроле. Если есть, лучше переодень, там, не знаю, это девятый какие-то. И дополню сова, смотри, не жди, пока закончится контроль. Видишь, там 10 секунд 10 остается, иди данного переконтроль. Бывает, багается. Сань, ты сможешь пошакать или нет? Да, я смогу, но зачем? Этот же у нас маг есть, маг может поконтролить вон гуманоида, а ты можешь поконтролить этого черносерда. Ну, как скажешь. Ну окей, давай тогда Барсес. Хочу и поконтролишь. Только Марсес, смотри, тоже очень важный момент. Твоя задача дать контроль после того, как босс уже двинется. Если ты дашь раньше, побежит вместе с боссом. То есть босс двинулся немножко, все, можешь тогда контролить. До этого момента не контролишь, иначе... Сова, что происходит на боссе? Твоя задача, если видишь, что под тебя ДКшная лужа разлилась, выбегаешь из нее очень быстро. Три ДКшные лужи, ты умираешь. Если видишь, что льет локовский дождик сверху, то же самое выбегаешь. Босс кастит ТАУЕшки, ну там такая будет ТАУЕшка периодически проходить во всех. Твоя задача там дубовку какую-то пожать хотя бы. На этом все. Давайте отсчет. Марсес, ты самый последний контролишь, напоминаю. Все, можешь контролить. Далее, Гер. Контроли, смотрите, скоро. Сон, 5 секунд, сон.
Сорвался Ваня. Говорил же с собой, блядь, впереди свита 4. Я сейчас за контролем. Там дал шаг. Я не теряй больше. Посмотрю потом, кто это был. Блядь. Бывает. Сорвался снова. Смерть и разложение выбежали. Вовеки сва. Свои скилки давайте там. Пана, Некс, что это фиговина будешь давать? Ваня? Фир. Иди сюда. На Войде какой-то мусор сорвался. Вихрь, бежали, бежали, медики! Ой, тебя ванчит спас. Мы спаун туда. Опять вихрь убежали. Прохиливать. Прохиливаемся, друг, сами себя. Смотрите, может быть, от Лока этот. Войд, бегай. Ветерок. Дождик, точнее. Тоже убегите. Войд упал. Я упал. 1%, добивайте. Упало что-то годное. Я никогда не увижу этого тринка. Говнище одно падает. Чмыга 50 тысяч, шнурки 30 тысяч, Марсес, Лаксар, Курлыкс. Они... Подожди, Ваня, ты сейчас перечисляешь, потому что он в миллизоне много раз был. У них всех есть ауэра. Ты можешь, когда я крутил... Там мимо мили зоны. Он мимо зоны пробегал в эфире. Я в это время. Да, просто бьет сплэшем. Пайр бьет сплэшем, когда в мили зоне был. Этот чмыга тоже сплэшем бьет. В мили зоне. Поэтому те, кого ты назвал, они точно не сбили. Там сбил, не знаю, либо Сала, либо некому больше, либо может быть как-то Лок, я не знаю. Ну, у меня по черноседу. Черносед это. Демон же, да? Черносерд — это нежить, которая расконтролилась. Чем-то ты его ударил. Не знаю, чем. Без. Значит, он либо без, да, либо в мили-зоне когда был, потому что по-другому. Либо сова, короче, либо лок сорвали, другие не могли сорвать. Это 100%. Ну, там 1000 урона. Это один раз, значит, сорвал. Ну, совы 7000. Значит, где-то с половых стартов упал какой-то, зацепил, потому что точно не нет. Ни маги, ни вар, что я за ними следил. Ну, в теории, когда я контролил того беса, я просто кликнул на одного, и бес, который появился в этот момент, ударил его. Ладно, разберемся, давай время
деньги. У меня 30 минут осталось как раз. Так, а давай лучше мобо. Женя, ты зайдешь? Жень. Иначе я зов твой продам. Евгений. Галя, Евгений, кто-то из вас. Я перескажу клиенту численно. А все, кто с игры выходит, потом с ошибкой типа выкидывает. Ну, у меня так, да. Тоже так же. Короче, по боссу. Сова и ПК. Сейчас. Накидаю меток на всякий случай. Первая фаза, в черепке просто стоите, бьете, ничего делать вам не надо. Вторая фаза, медведь, вы идете и становитесь в печенку. ДК в печенке жопой крейду босс отворачиваешь. Когда говорю, на 60 где-то 3% босса ДК уводишь босса в зеленую метку и ждешь, пока его переведут. Сова ты просто дамажишь. Когда меняется фаза с медведя на орла, сова жмешь там дубовку в форму медведя и ждешь. ДК ты зеленой метки и пошел, короче, вот так хороводить против часовой. Сова, когда сказал, ты из печенки выбегаешь и со всем рейдом перебегаешь в квадратик. Когда бежишь, ты не кастишь ничего по дороге, то есть никаких спеллов. За каждый спелл будешь получать обратно в лицо. Рандомно. Короче, никаких спеллов по дороге не кастишь. Потом фаза орла, все, что надо, это не убиться об босса. Там за каждый спелл под этим Старфолом, короче, ты 4, ты будешь получать больше урона. Короче, ты за каждый каст будешь очень много получать, так что контроль хп свои. Дальше. С орла переходит в рысь, то есть задача на себе просто ставить так же квадратики и просто танчить. Ну, короче, бить и тащить. Когда говорю, ну, там будет кидаться блин людей, то задача прожать там дубовку. Планушей тоже скажу, там отдашь на ДКшнике. Там, внимание, при перифазах огород скидывается, так что контролить это дело. И последняя фаза выходит с рыси, прощается дракондра. Что происходит? Ты рассасываешься на рейндж где-то 7 метров друг от друга. Стоишь под лицом у дракондора, и будет кидаться спелл огненный столб. Выглядит как холифайер у креста. То есть сверху там такой столб дыма бьет, огненный дымом. Та задача как можно быстрее выпрыгнуть из него. Он убивает где-то за 2 тика. То есть чуть-чуть просрала, вот и все, уже лицом в пол. Ваши фазы — это орел и дракон, остальная фигня. Сова, смотри, еще очень важный момент. Очень важно, чтобы все в одну метку сюда стали. Вот сейчас квадратик на меня поставили. Вот видишь, вот этот столбик, все в одну метку. То есть ни правее, ни левее. Если стать правее, левее, ветерок может себя ударить потом у нас и так бегать. Если мы станем все в одну, в один фрейм, он ветерки 100% в один раз нас только бьют. Поэтому все должны стать в один фрейм. Че, штурки там где? Не знаю, захожу, у меня пиздец загрузка. Поставь брик там 2 минуты. Пожалуйста, тогда. Все зашел, блядь. Зашел. Ох ты, бля. Сейчас. Кидаю рыбу. Кидаю на лук. Я же не знаю, Ваня сказал, не сказал, но на последнем боссе под лицо к нему никто не заходит. Это и РДшников касается. Плюс троллинг для зрителей между собой.
это 10 метров. Да, СС посвящусь. Так, в какой фазе надо петов убрать? Я скажу тогда. Из-за пинга же тоже может хуёво заходить, правильно? Как соединение типа идет. Да. 2000 показывает. Так, стойки нормально меняются без задержки? Да, нормально. Вот именно типа заходом вообще пиздец. Был сейчас. Готовность на хуй. Готовы. Дайте отсчет. Припоты на первой секунде нажимайте, вторые припоты оставляйте на 20%. На псовой пол, блядь. Можете попробовать не отбегать, Ваня и Шмотки. Я думаю, правда. Okay. Один раз, если... Женя, смотри, ты... Не, нормально. Вот щиты вешаю под... Обнови щит. Я специально не обнадаю. Вот выход. Мало ли топор залетит. Закинь и нет, пусть когда уходит на приста. Блять, сейчас топор вон залетел сразу. Дай БРСово. Если топора встану. Ваня, бежишь. Я сейчас не накидываю, будет на вихрь. Бафы дайте все сразу. Лапка, пристабак, все, все. Готов, еще с перефаза будет. Отошли, все ушли. Забирай их в агро. Печен. Печен. Бьем. Не забудьте потом в один фрейм на 60% встать, это очень важно. Не жмете глыбы и не жмете всякие баблы кош. Ой, тотемы не забудь тоже убрать. Может быть, тотем на силу природы влево скинуть. Убрали питомцев, хант поставил листья на природу. Все тотемы убрали. Всех питов тоже убрали. Переводи в зеленый мир. Ой, ты бери все тотемы, пожалуйста. Готовь незыбку. Незыбку дали, массейвы дали. Чмыга, подойди к нам, чмыга! Все, молодец, мини. Живем пока, нормально. Иди. Дин остался вихрь. Прохил, прохил. Все, стоим, стоим, стоим. Ой, подбеги к нам. Забегай, забегай к нам пока. Пошли быстрее. Ну,
Не, летает ветерок у нас. Чё за БК пошёл? В центр стали, сова. БК, в чем проблема зеленую стойку поставить? Ну, я ему написал. Не убегаешь от вихрей без обхода стойки. То, что у тебя дебильные чарты на ботинках без ускорения. Упади, ДК. Просто остановись, ДК. Что непонятно, встаньте заранее, не гнать утки. Это. Чмыгай еще раз. Ты из печенки вообще не выходишь. Ни влево, ни вправо. Тебя догнали не один ветерок, тебя много это какой догнал. Со скорости бега не хватает, чтобы от них убегать. Я же тебе ДКшка написал, включаешь анхоли стойку, переключаешь ее только когда появляется рысь. На 41% закидывает в лужу. И как только появилась рысь, сразу фрост стойку и таунт нажимаешь. Нет, ты был во фрост стойке, 100%. Ну, по крайней мере, в конце. После того, как... Смотри, сова, после того, как нас врезались ветерки, они нас один раз должны врезаться. Сейчас из-за того, что Мыга не забежал к нам в один фрейм, нас кучу раз они поврезались. И чисто повезло, что мы выжили вообще. Просто все под щитами были там. Войт хорошо подкидал. И поэтому выжили. Как бы мы все упали. Да, после всех ветерков, видишь, побежали люди, тебе сказали перебегай, сразу перебегаешь. То есть не бежи до того момента, пока тебе не сказали бежать. Чмыга, ты лучше не додамаешь, останет, все в один фрейм должны стать обязательно. Смотрите аккуратно. В центр бежит, да. И там за каждый каст, именно когда ты нажимаешь каст, по тебе урон проходит. Когда нажимаешь кнопочку каста. Вообще, когда бьешь на третьей фазе, тебе за каждый каст отнимает здоровье. Вообще, это не важно. Просто за любой каст. Нажимаешь любой каст, тебе отнимается здоровье. Пока перебегаешь, ничего не тискаешь. Потом бьешь босса, следишь за своим хп. Нормально хп? Еще не раз, я все нонш, все, блядь. Сделайте, пожалуйста, как я говорю. Мы разошлись и не сидели тут час. Лучше отбегайте, Ваня, с руками, мало ли топор там сразу вас залетит, чтобы Бэр не потратил. Так чего, ну? Три фазы. Все включены.
домой, пару месов прохлада. Петок уберите, я если Ваня сказал. Убрали. Тотемы тоже убирайте. Войт, убери этот тотем, он врезается 100% в тотем. Готовьте сейвы, готовь, не зип удал. Сейвы дали. Хилим. Кто-то не в точке стоял, значит. Нужно и выйдет, стволки нету. Нету стволки, а у сносовей СС не висел? На прошлом висел. Все, давай падать тогда, время что-то не брать. Стойте в него, убивайтесь. Вань, слушай, дай, давай немножко сразу не в печеньку встанем, чтобы они потом сбегались в печеньку в этот столбик. Очень важно, чтобы все в одну точку встали. У нас так никогда вообще не залетает урон. Если кто-то встанет чуть правее левее, вон у нас два раза просто залетел урон. Сань, если люди не могут нажать кнопку W в угол, я не знаю, что сделать уже. Не, когда стоит медведь рядом, не видно, как кто стоит. Я просто покажу, как забегать сейчас. Он пусть на 62% забегают все туда. Для тех, кто в танке, вы встали, форма прошла, кнопка W, бегите просто в угол, Харри, до упора. Не отжимаете, пока ветра не ушли. ДКшник Т4 давал? Этот, а можешь мне каплю закинуть потом? Okay. Могу в тебя зубы закидывать. Нет, ты себе зубы закинь. И этот, Хан ставил, да, ауру на резист? Ты вообще на сове умереть можно, я реально в душе не чаю. Ты ханту... А, я понял, сова решила покастить. Хорош. Ты ханту говорил ауру на резист ставить? Я поставил ауру и начал на 60%. Глыбу все, нельзя, потому что будет биться по КД, а глыбу не будет уходить никуда. Я вижу два удара по тебе. У тебя Starfall может задевать, у тебя дотка лунного огня может прокать тоже эту хрень. Дотку лунного огня сделать так, чтобы она закончилась под перефазу. Или не вешали. Смотри, ты даже когда нажимаешь дубовку, когда нажимаешь форму во время 50%, тебе тоже дамажит. То есть ты можешь чуть заранее нажать. То есть любой каст, у меня даже вот расовая билка благословения волн наги кастую, мне тоже отнимает здоровье, там от любой билки срабатывает. Ну вот тебе, значит, от дубовки и миски залетело. Нет, они не побегут на тебя, они побегут по-любому на нас. Ты главное свали их потом и смотри, чтобы они тебя не врезали. Еще раз, смотрите, как стать пенек этот. Окей, это очень важно. Вот, забежали. Вот, в эту палку. Видите, я еще чуть-чуть левее подбежал. Все, если вы так левее подбежите, вы убьете нас. Вы должны все вот ровно сюда стоять. Или правее, если будет чуть стоять. Вот, строго в угол. В одной точке все должны быть. Это очень важно. Иначе вы умрете. И вас никто не прохилит уже. Да нормально печенька стоит. Я же пообъяснил механику, как встать. Пенек этот встаньте, лучше не добейте там пару процентов. Кто знает, тот добьет. Еще на хп ты перекрикивал там на хп, чтобы был крик. Да, 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 конечно. Ваня, надо пулять, это у меня последний трай стал. Мне уже не отбирать придется. Все готовы? Или что? Лексионы. Нет. Даня, что не хватает? Пустой. Готов он? Нет? Да нет? Хочу.
В общем, наверное, не рискуйте, ребят. А то, блин, топор залетает, не задыхайте сразу. Процента перехода. Ой, красавчик, сразу поднимает. А за 1%. Да это Вуду, то поддон. Ну, я тоже что-то Вуду. Смотрите, когда будет 60%, вы стали все правильно. То есть на 62 уже проверьте, как вы стоите. Дисплейлил 5%, смотрите, ребят, и не сразу и на разоление по престолу. Отводи его трусы. Сейвы готовьте. Спел. Прохил. Как все он прохил. Побежали за мной быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто под босса можете вызывать? Строфа, смотри за каждый каст. Иди за здоровьем своим. Строфа лучше не нажимай здесь, строфа тебя убьет просто нахрен. Если ты нажат, отмени сейчас лучше. За каждый тик строфа идет урон. На этой фазе не нажимаешь строфа. Ну, целое здоровье бей спокойно. Видишь, пол хп стопаешь косты. Чтоб мы могли поднять, потому что нас же тоже дамажит за каждый кат. Так что бить по-любому надо, бей-бей. Бей только звездным огнем. По 2-3 коста не будет. Транспорт. Ваню там доберсил пилам, что-то как-то пол ДПС хуёво. Хорошо все. Мне не спорить, кстати, тоже лучше не кастовать за каждый. Так,
каждый такт получаешь плюс. Да. ДКшка, смотри, 45%, лужа на 41%, и потом сразу тыкает через таун. И в простойку не забудь. Хоть тихо, блин. 3% три фазы пытаемся. Стопните урон, короче, чтобы не сорвать потом. Всего на не умерли. Пытаемся. Ой. 5. Переводите быстрее. Что? Стали подрысь быстрее. Подрысь в центре. Вы сейвите на next фазу. Войд готов психилить до хера. Бэкапа уже и дай. Как откатится Иннерсова, закинь по фугасному. У Оксары фугасный воет просто. Ну и танк-то нахуй. Чмыга, здесь, если есть, вызывай змей. Змея не тоже бегает. Уже вызываю, я знаю. Царя. Ну, напомню вам всяких. ДК, истерию дашь на последнюю фазу? Случаях, если есть СС, уже закастуй мой в сову. Дай-дай. 3% фаза. Чуть стопните урон, ребят. Надо прохилить эту хуйню, а потом переведете. Не перевелась. Все, переводите. Разбегите, сердодешник. Да. Блять. Марсезу БР. Давай стерео ДК. БР по Марсезу, да? Вставай, бафы дали. Геру? Да, Геру, конечно. Скоро будет столб света, смотрите, отбегать. Готов. Сука. Раза два, что ли? Один. Да, два раза пошло. Пынет. Чё? На следующий есть бам. А, уже отдал. Хорошо. 8%. Приготовьтесь. Сейчас будет стол. Темно огонь поставить не забудь, явно. Войд. Хильси, а ты атеизм про хильси. Это темно огонь. Курлыкс, если есть, вставай. Четыре процента. Сейчас столб будет, готовьтесь, после крутилки. Столб. Меня столкнуло. Марсес, ты сейчас можешь через глыбу, когда он крутиться начнет, через глыбу за эвейди урон. Попробуй добить, попробуй добивать. Копии еще нажмешь. Давай, 1%, души, Марсес, души, блядь, души. Еще одна глыба. А, уже хуй нужно. Ой. Сука. Ну, мне надо на работу бегать. Ты еще Марсес не сдох, значит. Я не знаю, что руки, в чем проблема не заходить под рыло? Что? Серьезно? Под рыло? Так я же не от этого умер. Я от столба умер. Вы, короче, оба от столба сдохли. Под рыло, мне нравится, что. Я от столба умер.
Огненное дыхание, 26 тысяч. Да, 25600. Что, у него анимация уебанская, у этого босса, нахуй. Там в упор эти подходить надо, это пиздец, нахуй. Ваня, разрой, пожалуйста, кольцо. На хотя бы я разрол почему-то. Так подожди, сейчас Андрей зайдет на моего персонажа. Андрюха, тут? Раз, раз. Уходить надо. Что? Зайдешь? Еще раз, нет, сами. Самому надо уходить. А, то есть ты уходишь? Вроде все. Бать хуёво. Блять, порой кольцо тогда, мне уже бежать надо. Он два кольца с духом, если что. Да оно никому не надо, просто ему отдай и всё. Вроде. Нет, если кому-то надо, то ты свои. Это только на хера. Разберём. Чё, убили молоко? Обмен, дай. Вроде. Ну, давай, второе порода. Вы кого-то убили? Да мы Золдына не добили, 100 тысяч составили Долджину. Добивать будем? Только. Не знаю, может завтра. Я рада себе оставлю, окей. Помню, что ты писал, что не додоровишь. Сказал. Он помню, сказал. Он на ДД писал. Писал? Окей. Да. Сори. Чмэ гадай, блин. А вот где нахуй? Он чмэга выиграл. Пояс, если что. Дальше. Поэтому-то. Вроде неплохое. Давай на НХ всю эту хуйню. Не знаю, мне хоть кто-то обмен даст в этой жизни. Давай. Они заберут, оставлю себе. Любой род. Тело с духом. Давай. А, кожа. Давай, блин. Все, всем удачи. Боты надо кому-то? Лаксар нужны, точно. Боты. Если не нужны, то не подставят. Какие ватные? Пока не какие боты? А, есть? Ладно. Надо кому-то там воет, не воет. У меня такой же. Что это надо? Вот все с обмен. Ботинки Ройс. Марсес, еще кто-то. Да я не знаю. У меня тогда не так меткости будет. Камни кинешь, не вы. Хотя. Ты смотри сама. Давай ролик. Это бисовые тапки. Хочу, не буду, ну ладно. Это надо кому-то для себя оставить? Оставляю. Ебать. Жесткий тип ты. Жаль.